Всем привет, с вами Аячока, и сегодня новый влог. Мы едем на Метелло. Мы приехали. Тебе не холодно? У меня рука дрожит. Occupy by fitting in where minds are small. Where small things make the small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he re-up college. Мы идем брать коньки для них. Малолетние фанаты Бибера. Тут очень мало людей, и тут офигенно, да? Потому что 10 часов утра. Неважно. Я научила, я знала, но все равно, типа, теперь есть доказательства. Hello. Все, это теперь мой влог. Передаю эстафету. Наглая Камила отобрала у нас телефон. Короче, мы сейчас... Вообще, по идее, 20 человек с нашей школы поехало на Метелло. Но именно здесь, на катке, тут всего 7, что ли? А чисто нас здесь 4. И такое ощущение, что мы вчетвером приехали. А потом мы поедем в Достык. Такая офигенная погода. В общем, к нам присоединились люди, которые шли в Шумбулак, и они присоединились к нам, и сейчас мы будем кататься еще и вместе с ними. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. Вот сейчас поменяем обувь, а потом пойдем до стеклазу. Нет, я хочу так. And I've been silent for too long. I've been quiet for too long. Типа меня не замечаешь теперь, да? Все ясно. Ты все равно будешь в моем блоге, понял? Я типа звезда, короче, хожу тут. Люди автографы спрашивают. Да. Встретились с Диасом и Эммой. А что, мы ведем влог? Да. Снять вас еще раз? Зоза, смотри, Зима, хочешь нежданчик? Как вы добились успеха? Столь в таком раннем возрасте. Че заберут тебя? А, ну это было сложно, я познакомилась с Ильей, дева. Покажи туда. Просто хуже сидите. Это было нелегко, но мы сделали это, мы поднялись, да, Илья? С нуля. Я попрощалась со своими друзьями и сейчас иду к сестре. Я встретилась с сестрой и теперь... И... Мне нужно?
Костя, да? Да. Теперь мы в Косте. Мы зашли в Косте. В Косте. А знаете, почему мы зашли в Косту? Потому что на моем телефоне заканчивалась зарядка, а у меня еще планы были на вечер. Поэтому мы решили зайти в какое-нибудь заведение и зашли в Косту. Вот, розетка, все супер. И заказали мне горячий шоколад, а ей капучино. Моя сестра пришла и взяла мой фотик с собой, потому что я ее попросила. И сейчас мы собираемся сделать офигенные фотки. Push through the crowd into the sound of everyone talking about you. Don't be afraid, honey, one day this will fade. So put on a smile, do it in style, make them all desperate. Она стоит в Америке. Там, короче, была галерея, и там картины такие дорогие, там 2 миллиона одна картина. Почему? Мне так нравится, как я выгляжу. Сейчас мы ищем подарок моей маме. Мы купили маме подарок и Апашке. И еще мы встретились с Атёкой. Мы приехали в кафе кино. Да, Назик? We just wanna make it work and slow. So why can't I turn the radio? Я приехала домой. Надеюсь, вам понравилось это видео, и с наступающим Новым годом. Или если я выложу это видео в следующем году, тогда с Новым годом. А с вами была я, Чока, и всем пока-пока.